Сегодня Бог проснулся утром рано, Он жалобы и просьбы прочитал. И людям из кувшина без обмана желаемое в сердце наливал. Но не у всех открыто было сердце, и место есть для чуда не у всех. То жадностью враждой подперта дверца, то жадность не дает налить успех. А у кого-то до краев разлита печаль и безысходность. Вот беда. И Бог жалел, что сердце это скрыто. Любви хотел налить, да вот куда. И Бог грустил, что люди не умеют сердца и души чистить от обид. Они веками в сердце каменеют, и сердце превращается в гранит. Но Бог ходил, смотрел и улыбался, когда сердца, наполненные любовью, встречал. Он брал кувшин и от души старался, им в сердце радость бережно вливал. А люди постепенно расплескали подаренную Богом благодать. И всех вокруг в утрате обвиняли, забыв себя самих вину искать. Ведь если бы могли прощать и верить, любить, благодарить и отпускать, то Бог бы мог не чашей счастья мерить, кувшин волшебный мог бы весь отдать. Сегодня Бог проснулся на рассвете, огромный ящик с просьбами у ног, а рядом лишь один без просьб советик. Благодарю тебя за все, мой Бог. Аминь.